Из-за марсианка такая. Марсианка? Ну, красная, бля. А у тебя-то тоже он какой красный. Я краснее. Я краснее, чем ты. Так, ты спальник изготовил? Конечно, я целый день отыграл. Так, а где у тебя дом? А вот. А, это твой дом, да? Да, вот сюда через окно вход. Ой. Потом вот тут дверь. Так, и наверх, да? Какой верх? А, чисто здесь? Да, а где ты верх нашел? Ну, на крышу, думаю. А, нет. Сундук твой? Какой сундук? Ну, там где? Сундук. Вот сундук. Это не сундук, это склад у меня. А у меня написано сундук. Ну, деревянный сундук называется, но у меня это склад. Вот тут в соседнем доме два сейфа есть. А чем их разломать? Сейчас, подожди, сейчас вспомню, как играть. Скорее всего, там полный дом зомби. О, да, стоит, стоит. Так, оставить у нас... Сломанная рука, классно, блин, пообщался с соседом. Как ставить? На какую кнопку? Кого ставить? Разместить. Правая кнопка мыши, по-моему. Или где? Ага. Дерево собрать, дерево. Так, ну не надо мне тут это, мебель ломать. Мне дерево надо. Он вышел и это, он перебирал. Ладно. Сколько ты сразу показывать, где что можно. Так, теперь камушек. Раньше все по-английски, все не было непонятно. Сейчас по-русски все равно все непонятно. Да. Если что, я записываю. Собрать дерево. Я так понял, базу лучше строить на воде. Не знаю. Дубинка. Сосед за собой пришел. Все... О, крепкий какой сосед, бля. Там не проймешь его дубиной. Может, он не за соли пришел, а за другим. Соседки за другим происходит. Так, такой красотки красные. У тебя пера нету? Может, есть? А ты что, не лутаешь вообще ничего? Да вот еще. Ну вот, ну там ведро прошел по столу, я. Двери у нас на крыше, деревья. Теперь это нужно, нет? Да вот еще бегаю. Ну я же сказал, у меня есть. Да? Да. А, тут
это да, не забывать, что тут надо еще и пить есть. Да-да-да. Так, ну где? Я здесь. Сюда тебя скину. Вот прям в эту мусорку скинул. В мусорку скинул. Там сейфы большие или маленькие? Там есть большой, есть маленький. Большой там 5000 вроде, насколько вспомнил. Маленький 2,5. Наверное. Чтобы какую-нибудь постройку найти, чтобы воду кипятить можно было. Строй? А, кастрюлька. А там на костре же вроде кипятить может. На костре это на костре, но кастрюлька нужна. Фига, и каркасы даже другие стали. Раньше просто что-то серое было, сейчас дерево. Так, а костер у тебя есть, да, тоже? Костер, да, там недавно есть. Торговец, ты тоже на торговец. Кто? Торговец. А, ну уже рядом уже. Я к ним в окно стучусь, они это... в дверь ломятся. Пистолет что-нибудь есть такое, нет? Что? Пистолет. Ну там в сундуке в том. Пистолет и типа, автоматика что-то. Hello, traveler. What's ailing you? Ножик нашел. Там. Really? Well, okay then.
Ну все, прошел обучение, можно лутаться. Так, в магазине большом ты был, да? В каком большом магазине? Там здесь, наверное, же... Да, здесь живешь. Желтый дом тоже. Который заперт. Они же все заперты. А зайдет. Зомби проснулся. Иди сюда, я по башке. Дроп летит, все скинет. Надо сходить. 500 метров. Пойдешь, да? Память. Да, я Баночки. Баночка есть. Попить воду не чем. Вот. Беда. Костер у тебя горит? Не знаю, в смысле у меня. Ну, в я доме. Убежал на дроп. Это, ну, не в доме ничего. Ну, костер есть, но он не должен быть зажжённым. Значит, вот, да не горит. Ну чё там? Чё ценно? Опа, как ты взялась сюда?
Ну какая-то сумка вывалилась из него. О. Из зомби. Или бывает. Общий опыт игроков все считается какой-то. Ну да. Пивный поножик. И 7,62 патрон. Это хорошо. Где тут? А? Ну, отвлекли немного, я отключался. А, я не слыхал, что ты отключался. Да. Думал, просто молчу, да? Ну, да. И в ценное там что было? Комплект книг, пара консерв, что-то еще. Нашел. Так. Спуск. Там часто надо, она там быстро требуется. Я тут дом полностью вскрыл. Столько сундуков с этим журналами со всякой. Запчасти. Печеный картофель там был. Чего? Печеный картофель в гроте был. Да, в желтом был. Нет, в гроте был печеный картофель. А-а-а. Ну, полка для стрельбы, модификатор. Сок ткани. Дробовик у нас есть? А, пока нет. Ух ты, блин, укрепленный сундук 7000. Чтобы его открыть надо. Так, это ты там пробежал зомби, где-то закряхтели. Я в доме. Ну, на тебя закряхтели. Ты ломаешь что-то, да? Я бегу к дому, который я лутал. Значит, они у меня тут где-то ломают. Ты вспомнил, где этот дом? А, дверь ломает. А, вот что. Так, у нас отмычек нету, да? А, не помню, может там где-то сундуки валяют. Кто у нас купил тут-то? Откуда ты тут взялась, а?
Там бывает за картинами сценики. Да. Взорвался на мине. Мины сбывают. Да. А как сам пустается? Ну тут инвентарь, я так понял, не пропадает. Это хорошо. А, да, я поставил, чтоб не пропадал. Только каждый раз за ним бегать. Где-то слитков набрал. Я что ли? А. Ну, где-то попадали. Опа, тайник в доме у нас нашел. Ну, это не тайник нашел. Ну, тайник в стене. Картины. А, это картины, да, не лазил. Не бывает в стенах под этим, бывает под мойками, где неровно стоит, закрыть. Ага. Сколько тут мин-то стоит? Раз, два, три, четыре. А какой-то из них подорвался. Еще разок взорвался. Вот это молодец. У тебя лук, стрелы есть, стреляй по ним, блин, издалека. Зачем наступать-то? Да я не наступал, я молоточек. А ну еще лучше. Я решил проверить. Проверил? Да. Так. Улучшение значки ставить. Не знаю, кто там дома, то он полный карман опять перегрузился. Ушел. Что, дубль 3? Что-то он постоянно перегруженный, все выкидываешь вроде бы.
Чернишку нашел. Кого? Чернику нашел. Ты в желтом доме? Да. Хочу помочь тебе. Приходи, на второй этаж поднимайся, я здесь дверь прорубил. На мины сердца нас упал? Не, мины еще остались. То есть у меня еще есть шанс, да? Не, ну ты поднимайся наверх, на, прям на самый верх. А первый этаж что? А первый этаж я вроде все облазил, только там на цоканом этот лежит сундук, его надо скрывать. 7000 урона надо. Че бы выкинуть его? Да сходим домой выгрузить. Ох, мясо выкинуть, злокающе. Вот смотри справа, мина. Ну, вижу. Пришлось все здесь прорубить. Ага, где-то там проснулась. Ой. Птичка, птичка прилетела. Ай-яй-яй-яй. Ну видишь, где они лежат, этот как рюкзак лежит. Ну, и здесь бывает закрытый, так чисто. Типа заслонка. Так, там еще птица. Да я птицу, вот она лежит. А, уже убил, да? Да. Этих головокружения на 2 часа. У меня на 2 часа спина вниз. А вот еще тайник. Тоже по-моему что-то есть. Пошел там попробовал. Я здесь прорубил. Ты говоришь? Не знаю, что ты там где прорубил. Стенку прорубил. Здесь, это комната пустая, блин. Никакого лута. Это вот выход на балкончик. Не, а где это? Мы полезли наверх, я за проход. Да, вспышка. Все сзади. За минами.
Ты через окошко пролезал на другую сторону? Я с одного окна в другое, да, перелез. Только там ничего нет. Да посмотрим, что надо. Где-нибудь они скрытые. О, цемент. Что, цемента, блин? Полно. Ты там строишь, что ли? Построил, да. Строится сундук. А, тап нажимаешь, и там прям у тебя, если есть доски, то будет сундук прям после первых. А нет, доски-то я выкинул. Мадам пришла в гости. Круто. Ох, а мадам крупненькая. Такая толстенькая мордастая, да? Да-да-да. Синим платьишко. В белых толстиках. А ты там окапываешь, что ли, че? Да? Окапываешь, что ли, че? Или че делаешь? Нет, я ее пошел заводил. А че она будет нам дом ломать? Какой еще дом ходил? Я там подальше дом. Ты его полностью? Ну да, вроде.
если ты пугаешь, топчешься тут. Тут манекен стоит, сейчас я убрался, подал. Так, ну я пойду в угловой тут. Ну ведь автобус 2 кубикатлея капец. Чего говоришь? На весь автобус 2 кубикатлея. Кого клеить собрался? Да я же говорю, что чисто. Тебе опыт пришел сейчас? Не, вроде. Дочь, что ли, нет? Похоже. В игре? На улице? Да, а, в игре. Дождик, да. Ну туда я грядки нашел с картошкой. О, что мне так поплотело? Тебе тоже сейчас мутнело, нет? Ну, из-за дождика что-то промок, мне написали. У меня тут помутнение такое, как будто колбасит. Так, ночь. Зомби становится сильнее. Каменная лопата, порох, автоматы трубы. Ну вот это я удачно зашел. Так, надо домой. Водить. Если что, приходи. Куда? Крайний дом. Ночь, надо домой водить. Идут. Съедят, да? Ну, слышно, съедят. Я настройку поставил, что они только ходят. Только в Красную Луну чуть-чуть так быстрее ходят, так скажем. Это хорошо. Просто в темноте видно не очень тогда. Я кастрюлю нашел. Ой, это хорошо. Можем воду кипятить. Только надо снег. Ну, либо грязной воды где-нибудь не черпать. Фонарика нет. Ой, собака. Ах ты какая собака. Пошел. Чего говоришь? Покурить говорю, пойду. Давай.
надо. Проснулись. Ух ты, как оно. Ой, ой, как. Я вернулся. Угу. Мне пришлось тут с байкером подраться. Бывает. Тебе гипс не надо? Да, пока вроде нет. Собираем, что сложим, а там разберемся, что надо, что не надо. Когда-нибудь пригодится. Ну, пришел кто-то опять ко мне. Так.
Я так понял, ко мне толстяк пришел здоровый так. Когда к дропу бегал, там нигде воды не было? По-моему, нет. По дороге не было. Узер искать. Ну, вон, да, по карте видно. На каких водоемах. У тебя молоток какого уровня? Первого все еще. Ах ты, приперлась, я тебя не видел. Эх.
на карачках пришел бы. Сожрал. Так. Тебе ботинки надо? Не помню, что ты глянул. Да, я босиком. Ну да, вот пойдешь, я тут ящик бросил, который около моей кровати валяется. Так, и кастрюлю туда положу. А сразу в костер высунул. Она не ставится. В смысле не ставится? Только выход ставится почему-то. Блин, толпа. Там закрыто почему-то эти. Гриль нужна. Гриль же был. Сейчас пойду. Ну, короче, я ее этот выход поставил, посмотришь, где вода. У меня замочки везде стоят, я не могу поставить. Потому что закрыто, но я не знаю. Сейчас посмотрим. Не ставится, да? Значит, что-то изучать надо. Или на костер на этот не ставится. Что ты думаешь? Ну, и зомби куда-то пропал. А, ботинки забрал? А, нет, и все.
не такая, что ли, кастрюля нужна. Че говоришь? Может, не такая кастрюля нужна? А больше вроде и... Я дробовик себе добыл. Оружейный этот сломал. Сейф. Зачем ты его сломал? Топором был, рубил. Не прокачанный немножко. Давай сейчас тебе. У тебя какие, тоже оружейные или обычные? Что? Сейф это находил. А я фиг его знаю. Сейчас я еще дома обложу вверх. Иду. Да, дробовик круче, но одиночный. Еще и заедает. Зато зомби с выстрелами. Сразу пропал зомби. Опять что-то мину взрываешь, что ли? Нет, стреляю. Ай, нифига, грохот, да. Рядышком, 170, да? 170 метров рядом. Ты твою мать. Че, убил? Ребята, я только спросить. А, все, сейчас за ней подгады, блин. Тебе опыт начисляется, который я бывает с... Иногда бывает. А улучшений ничего нет, да? Да вроде нет. Сейчас, секунду. Что-то звонят, да? Да. Алло. Ну. Ну я сейчас приеду. Ей с вами сейчас приеду. Ага. Чё, поехал? Так, Ванёк. Мне надо отъехать у отца, что-то там у машины оторвалось. Йоу. Да, да. Слышно, да? Да. Я говорю, попозже зайду, там у отца надо доехать, у машины что-то оторвалось. Ага. Давай тогда.